Христос воскресе! Воистину воскресе! Не верится! Мы поздравим! Мы замечательно! Это чудо! Так? Да! Смотрите, храм с неба! Да! Вот. Так, поздравим! Поздравим! Вот, красиво! Да! Спасибо, что вы там приехали! Спасибо! Всем! Христос воскресе! Почтимые отцы, братья и сестры, еще несколько лет назад, 2-3 года назад, священники приезжали в эту деревню и собирались для бесед и молебнов в клубе, в библиотеке, в конторе совхозной. Ютились в помещениях, не приспособленных для ни проповеди, ни богослужение тем более. И вот всего года не прошло, на Троицу был сход здесь, в этой деревне. Сход был у клуба, решили, что надо строить храм. Пришли сюда, еще вот года нет, было поле. И вот решили, что здесь надо и спросить благословение, чтобы был храм. Вы, ваше высокопресвященство, благословили, чтобы храм был, и заложили камень осенью. И вот по воле Божией и по вашему святительскому благословению здесь выросло чудо. Меньше чем за год был построен храм. Конечно, можем говорить о том, что люди много помогали, но главное здесь была помощь Божия и молитва нашего Отца. Поэтому приветствуем всех вас с этим великим праздником для сегодняшнего дня, для этой деревни, которая с сегодняшнего дня, в общем-то, в духовном отношении уже должна называться селом. Слава Богу, что теперь этот храм будет оплотом здесь духовной жизни и молитвы. Спасибо. Продолжение следует...
Слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Thank you.
за князи вашей, возьмитесь врата вечные, и в ниде царь славы. Церковь проведи всех писанных ход, и те же жительства празднующих, и глаз радования, и сам человека души, изведаны, грешные и недостойные рабы твоя. Обновление праздновщик честного храма святые Троицы во образ, святейшие твои церкви сечь, самозатимися нашего Ежуба и храм твой имя Христа твоего. Дорогие всечестные отцы и братья и сестры, поздравим с освящением храма в честь животворящей живоначальной Святой Троицы. Это праздник всех христианских. Бог сошел на землю и себя раскрыл совершенным образом, как это доступно многим для человека. Мы поздравим, поблагодарим всех, кто сейчас наполняет наш храм. Ибо мы как бы все составляем это строительство святых. Кто как чинит. А в целом видим красота. Поблагодарим наших строителей, наших благотворителей. И всех, кто вложил пока кирпич в здание. Но не только, скажем, вот этого видимого, зримого храма, но еще ценно, что здесь уже образована святая община. То есть вы, братья и сестры, составляете теперь вот это живое духовное тело. Тело самого Христа Спасителя. Вот такое чудо чудес. Мы ищем много чудес и знаем. Исцеление, врачевание, воскрешение. Но на самом деле, самое большое, пребольшое чудо чудес, когда мы все с вами едины. Когда мы единомыслим. Когда храним между собой мир, любовь. Когда мы терпим друг друга ради Христа, как бы больно нам бы не было, но если будем терпеть все и вся, как бы до крови, до смерти, ради, вот это спасет нашу душу. Ибо человеку подарено бессмертие. От нас немного надо набрать, и немного. А что же нужно? Нужна вера. Вот это дверь в другую жизнь, в иную божественную, духовный мир пространства. Вера. На вере все стоит. И без веры, знаете, нет молитвы. Без веры никакое доброе дело мы с вами не сделаем. Мы много дел. Но делаем без веры, без молитвы, без благословения, без вот этого одушевления. И потому наши дела не дела. То есть они дела просто человеческие. Но и медведь берлогу строит, и птица тоже ткет гнездо. Но человек-то больше, чем животное. Богозданное существо. Носит в себе образ Божий. То есть мы как бы схожи с Богом. Вот в силах, во всех возможностях мы сродны абсолютно Ему. И поэтому все, что чуждо Богу, истина. Мы воспользуемся, вас прежде всего, благословим вот этой святой иконой. Ну, настоятель. Кто отец? Кто настоятель у вас сейчас? Вы. Вот, отец Георгий.
большой настоятель многих наших храмов и как бы зачинный, но он приготовит для вас отдельного священника. Вам за многие труды. И скажу. Аксиус. Ваше Высокопресвященство, дорогой Владыка, мы сердечно благодарим и радуемся великой радостью освящения сегодня этого храма. Было сложно строить этот храм, но предстоит еще большая сложность, это строить души в этом храме. Поэтому с вашими молитвами, построив этот храм, мы также паки и паки просим ваших молитв на построение главного храма души, чтобы вашими молитвами здесь рос, возрастал духовно приход, люди, чтобы здесь люди спасались и в этом храме они могли находить и утешение, и радость в духовном общении. Спасибо вас, Господи. А где каштаны взяли? Все на каштаны откуда взяли? У Бога, знаете, все, как сказать, жил, все дышит и все славит. Вот его творчество. Давайте вас подряд отпьем. Она пьет? Да, да. Точно. Ее пьют. Ну я все равно случае пил. Вчера ничего. Ну давайте пьем. Вчера это просто. Может, вместо трапезы? Ну давайте. Вот это да. Наш батюшка Георгий освещал весь этот колодец. За два дня до крещения они вот. Вода живая. Сейчас уже она вода другая. Холодная, прямо чистая. Пойдет лимба. Сейчас он будет.